в сентябре во время гона этот водопой служит местом встречи лосей. Что-то вроде таковища. Остывал он так в течение 20 минут. А чтобы аромат был крепче, надо поелозить брюхом в грязи. Thank you.
место водопоя пустовало лишь 40 минут. Около полуночи пришел еще один очень матерый зверь. Забегая вперед, скажу, что через 2 недели, в начале октября, этот самец попал в кадр другой фотоловушки, но уже без половины рога. Перед рассветом у водопоя появился этот с венком. Победитель кустов. Почти рассвело, но фотоловушка еще работает с инфракрасной подсветкой, а значит в черно-белом варианте. И самки, и молодые стремятся полежать в той грязи, которую оставили самцы. Запах гона волнует всех. Thank you.
объектив фотоловушки запотел от дыхания лосенка. А этот борец с кустами снят уже на следующую ночь. И на этом карта фотоловушки закончилась.